Всем привет, ребят. Сейчас я нахожусь в Ярославле. Там у нас фан-клуб Серёжи Разера. Максим включил песенки. Вот. Сейчас мы идем гулять. Вот, по Ярославлю. Я не знаю, куда пойдем, но куда-то мы пойдем. В общем, вот. Всем hello. Фудблогерам привет. Да. Вот тут решили перекусить. Интересно, нас там слышно? Я думаю, нет. Мы взяли попробовать греческую штуку гирц. Я очень всегда хотела попробовать. Понятно, что это надо в Греции делать, а не в России, но... Может, в Греции. Не говори, на Грецию похоже. Да, ёлки в Греции, да? Да. Вот. У Максима со свининой, а у меня с курицей. Да, это такая штука. Вкусно. Пахнет очень вкусно. У нас тут начался, видимо, фуд-блог. Пахнет очень вкусно, будет тоже очень вкусно. Причем то, что Максим большая, у меня мини, но они особого размера не отличаются. Так что так, приятного нам аппетита. Спасибо. Максимум в Гребенск, это Ярославская область, ехать 2 часа примерно, вот, и пока не знаю, как все будет, потому что ну, погода будет нормально должна, обещали дождь, может быть не будет дождя, а вот есть мягко слышно, вот такая погода. Добрый день всем нашим подписчикам. Мы в славном городе Рыбинске. Самый красивый город в Европе. Можно меня не перебивать, спасибо. Смотрите, вот она, главная достопримечательность Рыбинска. Это Даша. Всем привет! Мы добрались до Рыбинска. Это тот город, который мы видим в ТикТоке. Вот там он очень красивый. Посмотрим, будет так же или нет, как на картинке. Максим, давай без вот этого. Сейчас мы пойдем гулять по городу. Охрененный я блогер так-то. Конечно. Шли до первой достопримечательности. Это дом художников. Картины продают. Такой интересный лесной дом. Кстати, и от автовокзала, и ЖД вокзал очень далеко. Вот, пойдемте дальше, посмотрим. Тут еще сейчас будет готическая, типа, церковь или что-то такое. Сверкай, пока не сверкай. Я и буду ее показывать. Это очень клево, но она напоминает немецкую это. Смотрите, очень классно сделано это. Блин, надо сфоткать. Там всякие ставни и тому подобное, так подвесное все. Очень круто. Че, надо сфоткать. Сфоткай. На это прям сфоткай. Но я не хочу так. Блин, там качество фиг. Опять же интересно, там живут люди обычные или... Или необычные? Сверхъестественные. Ну, может быть, те, кто смотрит за этим домом. Вот, что имеется в виду. Ну, судя по этим, по цветам. Так, это вроде готическая церковь. Очень похожа на немецкий, по-моему, построена и немцами. Ну, мы что-то такое с Максимом смотрели по видео. Которые два ночи, и я не запомнила всю информацию. Выглядит очень масштабно, очень красиво и потрясающе. Прям вот, как будто как реально в немецких фильмах показывают, там, типа, церковь.
Вот. Сейчас детально посмотрим. Блин, ощущение реально, как будто ты не в России. Ну. Тут живет Гарри Поттер. Ну ты чего все портишь? А что? Я вообще тут рассказывала. Вот, ощущение, как будто реально немецкие какие-то церкви, это где польская. Снимает. Почему польская? Да и там написано было. Где? Польская. Польская церковь. Ну, значит, польская. Ты уверен? Да. Вот. Да, все 30 метров. Ну, мне напоминает то, что в клипах такие снимают у немцев. Так, вот это там дом художников. Очень красиво. Отсюда открывается вид, кстати. О, Jesus Christ. Итак, мы зашли в Карятинский сад. Там лебеди, какая красота. В общем, когда мы смотрели видео, этот сад не был еще сделан до конца. А теперь, видимо, все уже облагородили. Очень-очень красивый. Тут много зелени, кстати. Такой маленький садик, но очень красивый. Ну, там где-то были лебеди. Да, кстати, еще дома так это классно. Вот где-то тоже писали. Слушайте, ну понятно. Сейчас смотрю, вот сейчас церковь. Вот, вот так, вот это сюда. Тут еще и Wi-Fi есть. Ну вообще красота. Все, можно жить. Очень красиво, очень приятно тут находиться. Я представляю летом, когда все тут еще цветет. Еще раз сделаю, если тебя убью. Я хочу до лебедей, нам надо дойти. Мы там кошка. Где? А, ну сейчас пойдем все посмотрим. Это вот кот, про который рассказал Максим. Кот ученый. Блин, очень красивый. Но он на камере не так, но он большой. Прудик. Шикарнейший. Тут так тихо, умиротворенно. Сидишь, реально можно прийти сюда, почитать книжки, поработать, наверное. Дома, конечно, тут шикарные. На этот, особенно этот вид еще, наверное, вечером тут еще лучше. Из, ну, искусственной травы сделаны очень интересные фигуры, что тоже мало встречается. Думаю, его можно потрогать. Нельзя. Да больно. А. Это искусственно. Я же тебе сказала искусственно. А, ну тут, видимо. Чё? Кстати, знаете, что я вспомнила? Напоминает немножко в Уфе. У них тоже есть такой, по типу, ну, парка. А с вами лебедь. Перед еду, смотри, будет. Он имеет право. Ну вот, по типу такого же парка тоже очень красиво. Он тут одно удовольствие гулять. Очень. Мне нравится этот сад. Очень красиво. Тут еще оказывается фонтан. Сейчас дойдем до него. Что скажете, Максим? Мне очень нравится. Я тут остаюсь жить. Вот моя квартира будет тут. Тут еще его типа работа есть. Да. Все мое. Все есть. Все для жизни. Куда ты опять пошел? Максим, не трогай. Правда, погода прохладная, хоть и солнышко есть. Но я сейчас смотрела прогноз погоды, там что-то должно было что-то около 3 градусов быть. Ну, правда, прохладненько. А так вообще приятно. А, вот фонтан, жалко, еще пока не работает. Ну, и холодно. Так вот. Очень интересно придумано с, ну, можно так сказать, скульптурами из травы, потому что это свежо, опять же, ярко, краски такие, ну, добавляют. Пока что нет еще всех цветов, ну, которые
кстати, очень классно, что тут все подписано. Какое, где и столько. Максим нашел себе даму. Отбивает у мужчины. А моя вообще-то. Вот. Думаю, тут летом вообще шикарно очень. Смотрите, какой важный. Красивый. Как тебя зовут? Молодой человек. Как тебя зовут? Разрешите вас потрогать? Можно вас потрогать? Честно? У меня сейчас... Ну да, мне-то, конечно, не цапнет. Хотелось заснять, как они плавают в воде, но на нас чуть покушение не совершили лебеди. Вот этот особенно. Я не знаю, это мальчик, девочка, наверное, девочка. А там, скорее всего, мальчик. И уже такое оперение темненькое у меня на груди. Не надо, Максим. Итак, мы дошли до пожарной колонки, которая у них сейчас на... Не работает же, да? Не знаю. Можно. А может там, да, может там работает? Наверное, так вот сказать. Она очень огромная, здоровая. Масштабная такая. Вот. Ну там МЧС вот это все относится. Страшный Бурхалиф. Вот. Ну, мне кажется, такая точка, куда все приходят, чтобы не потеряться. Вот. Там какой-то парк тоже. Тут типа тоже парк, ну, полюбоваться на воду. Посиди. А мы с Максимом уже покушали. Очень хорошо. Сейчас пойдем, да, искать вот именно вот этот центр, где... Европа. Да, как Максим говорит, где всякие резные вывески и тому подобное. Да я поехали уже. Пойдем. Да я хотела так посмотреть, что ты. Вот, сейчас пойдем искать. Ребят, мы случайно уехали в Питер. Нет, это на самом деле в этом Рыбинске. Вот это у них колокольня с часами. А вот это, по-моему, нам еще ничего не сказали. Когда мы смотрели видео, про вот это ничего не сказали. Это, наверное, тоже какой-то храм и, ну, что-то такое. Может? Не знаю, еще может быть. Максим, чего молчишь? Я вот на детей смотрю. Вот там тоже мосты всякие, там вода. А то с другой стороны смотреть. Да, подойдем сейчас тоже посмотрим. Ну вот здесь тоже прекрасно. Ведь, судя по всему, там уже начинается вот эта вся красота. Это замок, ребят, вот посмотрите, это вот никогда не скажешь, что это маленький город Рыбинск, который находится в Ярославской области. Ярославль так не выглядит, как этот город. Это очень красиво набережная прям сделана. Прям потрясающе. Здесь очень холодно, слишком сильно дует. И, судя по всему, очень поднялась вода. Если смотреть вот по тому мосту, он почти наполовину... Вот это, походу, по-моему, замок, да, Максим? Максим! Я так просто себя чувствую. Он уже замерз. Бедненький. Вот, там еще какие-то дома. Ну, тут набережная очень красивая. Ну, блин, это надо, конечно, летом сюда приезжать.
чтобы было тепло. А тут это очень холодно. Там вот свет. Ну, видимо, там что-то есть. Потому что там свет включен. Ну, может быть, производство какие-то там, не знаю. Сейчас попробуем обойти с другой стороны, посмотреть. Это уже какой-то Вокс Максимум, который у меня еще не выпущен. А, посмотрите, какой прекрасный мост. Еще красивый. Вот. Тоже очень красиво, очень холодно. Ну, Максим, хотя бы капюшон есть, а у меня даже капюшон есть. Ему теплее. Тоже очень красиво, но мы сейчас, наверное, наверх пойдем. Кому? Металкору. Вот, собственно, мы добрались до памятника Бураку. Вот. Потом внизу все пропишу. Просто все, потрясающий вид. Итак, ребят, мы уже на этой как бы площади красной. Она называется там он Ленинский. Сейчас подойдем с другой стороны, покажем, чем он уникален от всех других Ленинов. Тут уже чувствуется, как все киношное, как будто очень сильный ветер. Все киношное, все такое интересное, как будто европейское, старинное такое вот. Да? Красиво не могу. Просто не могу. Просто аж сногсшибательно, невероятно, офигенно. Это про Рыбинск. Прекрасно, да. Даже в Ярославле так не прикольно. Да, кстати, в Ярославле не так это красиво. А ты знаешь, он в Ярославле уже 4 раза была, так что да, блин, тебя уже ничем не удивить. Конечно. Уникальность Ленина в том, что он стоит в зимней одежде. Шапки, ну, можно сказать, это шуба, типа тулуп. Вот, нигде такого нет, кроме тут. Вот так, необычно. Заметьте, какие вывески очень клевые. Вот, прям под старину такую сделано. Вообще классная улица. Сейчас выглянуло солнышко, стало очень тепло. Вот, очень хорошо погуляли. Сейчас вот еще на одну точку дойдем и уже потом, ну, наверное, домой поедем. Так, это памятник адмиралу Ушакову. Не бюст. Вот, и надо тут дойти. Да? Да? Смотрите. Посвящаю всем тем подписчикам, кого бросили девушку. Господи, я даже тут об этом говорит. Мы еще забыли до одного памятника дойти. Там вот автору песен. А мы по факту были очень близко. Мы просто дошли вот где этот мостик. И, собственно, вот по факту это серединка. Не знаю, это площади, как назвать. Красная площадь, да. И очень большой занимает площадь, потому что думала, что будет меньше. Вот тут очень достаточно, где можно погулять. Плюс очень все красиво. Всякие вот эти старинные вывески и тому подобное. Вот, мы буквально чуть-чуть не дошли. Поэтому...
поэту Льву Ивановичу Ашанину. Очень холодно.